Всем привет, друзья! Вы на канале Розы от Сережи. Если вы не знаете, как Ирина Федоровна не знает, какого рода упаковка сегодня будет у нее для данного букета. Быстро делаем букетик. А вы быстренько ставите лайки, подписывайтесь на канал. Ведь сегодня у нас бюджетный букет. Вы все любите бюджетные букеты. На минимальную стоимость доставки. Доставка у нас после Нового года возросла. Теперь она у нас не от 60 рублей, а от 70. Представляете, какая у нас информация новая. Поэтому не забываем ставить лайки, подписываться на канал, еще раз повторюсь, и распространять и продвигать все наши видео. Делитесь красотой, не жадничайте. А мы, в свою очередь, будем радовать вас и дальше. И отвечать, конечно же, на ваши комментарии. Ведь вы ночью не спите и все время строчите их, строчите. Мы не успеваем даже на них отвечать, но стараемся. Вот, допустим, НН нам пишет: здравствуйте. Здравствуйте, НН. Подскажите, пожалуйста, красители для цветов какие лучше купить? Че ты на меня так смотришь? Это да, у нас серый, у нас спецпа. Сейчас, секунду, достану. Вот красители, которые мы используем. Они нас полностью устраивают. У них большой выбор цветов, так сказать. А вот этот краситель нас не очень устраивает. В общем, если выбирать из этих двух... Да, то мы выбираем вот этот. Имейте в виду. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Далее летим по вашим комментариям. Значит, Навине пишет: у нас на 150 рублей только две гвоздички можно купить. А у нас на 150 рублей можно собрать довольно-таки интересный букетик, поэтому... Приходите к нам. Марина Середа пишет: букет красивый, но комментатор лучше бы музыку наложил. Марина, не переживайте. Не вы первая, так сказать, не вы последняя. Привыкните. Привыкните вы к комментарию, к комментатору. Просто присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек и начинайте привыкать. Все будет хорошо. Лонги весна 2000 пишет нам: иногда неделями не смотрю, а потом открываю, и такая красота. Вы супер команда. Спасибо большое, Лонги весна. Очень приятно слышать такие добрые слова. Инна Терехова: а вы специально толком никогда не показываете способ упаковки? Да, Инна, мы все делаем на нашем канале специально. И даже сейчас не показываем толком упаковку. Странно вообще получать. Странно получать такие комментарии, если честно. Ну, ничего не поделаешь. Марина Шляпникова: букетик без упаковки красивее. Спасибо. Спасибо, Мариночка. Надежда Макаренко пишет: супер весна. Спасибо, Надежда. Светлана Никора пишет: 150 рублей, это где такой можно купить? Светлана, мы находимся в городе Бресте на улице Машерова, 66, мастерня кветок. Приходите, и за 150 рубликов мы вам соорганизуем прекрасный букет. Анна Ившина: какой-то странный мужичонка. Так меня еще никто не называл, Сера, Анна. Ты набираешь обороты. Я набираю обороты, это не может не радовать. Алена Ключникова: ребята, вы классные. Я сначала не могла слушать Сергея с его кисонькой. Хотела написать в комментариях, чтобы он молча снимал эфиры. Но со временем привыкла и теперь с нетерпением жду новых видео. Вы прикольные, позитивные. А Ирина Федоровна вообще чудо-девушка. Люблю ее работы. Спасибо. Прекрасно, Алена. Это, к слову, к нашему комментарию о том, что меня невозможно слушать. Видите... Все-таки возможно, и люди привыкают. И вот Алена подала прекрасный пример. Так что
не помню, там Марина, по-моему, еще не привыкла. Привыкните, Марина. Так что, привыкните. Заканчивай, комментируй. Я только разошелся, а кисенька уже все. Ну что ж, тогда, друзья, переносим все наши комментарии на следующее видео. А на сегодня это, к сожалению, все. Ну, показывай, кисенька, уже красоту. Прекрасный букет. Такой даже немножко круглой упаковки, да? Или нет? Кругленький. Кругленький. Да. Все как всегда по красоте. Ты, конечно, круглый. Все, давай, его надо доставить. Все, я полетел на доставочку. Всем хорошего дня. Пока.